Приветствую, дорогие зрители. Небольшая подсказка про вот такой штатив. Он поломался. Вот этот держатель для телефона, он вообще изначально вот по заводским параметрам крепится на вот такую вот пимпочку. Вот здесь она запаяна, да? И когда крутишь вот этот шарнир, вернее, не шарнир, а в шарнире крутишь для съемки, для фотосъемки вот этот держатель, то, соответственно, вот этот вот держатель для вот этого шарнира на такой пластиковой конструкции, естественно, не удержится. Ну и, как видите, он откололся. Вот такая вот штука, как бы производитель вот не учел, да, вот тут такой крепеж пластиковый. Что можно сделать? Может, кому-то пригодится, смотрите. Выталкивается вот эта штучка отверточкой. Вот тут такое есть отверстие, изначально стандартное. Я подобрал вот такой вот винтик и вот такую вот гаечку под этот винтик. И заранее просверлил вот здесь вот отверстие. Вот видите, сверло. Снимается вот эта штучка элементарно с шарика, просто отстегивается. И вот отверстие вот такое. Изначально его здесь не было. Изначально все вот так вот, просто вот этот вот небольшой кусочек, да, торчит такой вот как бы шкив, или как его назвать, штыречек. И вот сюда вот он вот вставлялся. Ну и я просверлил, в общем, отверстие шуруповертиком вот так вот, видите, миллиметровым сверлом. Подобрал болтик. Вот, сильно не просверливайте отверстия, чтобы болтик как бы смог накрутить тоже резьбу здесь. Ну, если много будет, ничего страшного. Так вот быстренько вот это дело отверточкой вкручиваете. Вот этот, вот видите, он выглядывает уже. И шляпка у болтика, она не мешает шарику. Я подобрал вот с такой шляпкой, что она не сильно торчит. Ну, вот видите, вот она внутри сейчас, если заметно будет, вот. Вот там вот она. И, соответственно, вот сюда вот так вот просто вдеваете. И можно уже будет накрутить болтик. Правда, здесь рукой не подлезть, да? Ну, пальцами не подлезть, слишком узко все. Вы пошире просто расширьте вот это вот дело. И вам наверняка понадобится, ну, вот такая головка. Наживляете, ну, винтик, гайку на винтик и просто закручиваете. Вот и все. Вам наверняка понадобится маленький ключ или вот такая головка. Если головки нету, можно просто взять здесь плоскогубцами или щипцами, какими-нибудь, удерживая вот эту гаечку, с этой стороны отверткой просто вкрутить и все нормально. Ну вот смотрите, вот так затягивается. Ну не сильно, чтобы не треснула пластмасса. И все, вот, пожалуйста. Вот это вот крепление, оно плотненько. Ну и в итоге вот тут вот он зажимается, сам этот шарик, да, вот, то есть вы можете расширить просто пошире, да, вот, и вот тут вот его фиксируете вот этим винтиком, вот он. Вот так вот. Не мешает там винтик абсолютно, вот, видите. Ну вот такой вот пример починки штатива, мелочь, но может быть кому-то пригодится. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду еще много интересных, полезных вещей снимать. Всем пока!